Итак, привет, ребят, всем, кто только подошел. Добро пожаловать. Привет всем тем, кто смотрит в записи на Ютубе. Собственно, только что закончилось голосование касательно того, с кем наша героиня замутит. Победил Дмитрий с большим отрывом. Большинства были за него. Так что ваше мнение учтено. И, собственно, наслаждайтесь исходом, который выбрало большинство. Вы хотите разделить свою жизнь с Дмитрием? Да, хочу. Да ладно, станет королевой, что тут такого? Все нормально. И замутьте гарем. Так, сделай сейв в другом слоте сразу. Чтобы не забыть. Так. Ну что ж. Вроде бы чинить нам ничего не надо. Да. Ну, а тем временем наша героиня может взять класс Валькирии. Я думаю, что нам не стоит. Особенно на последней из миссий брать этот класс. Не, ни разу не использованный, кто знает, как все пойдет, поэтому рисковать не надо. И не факт, что получится его взять, там 50% шансов. Так, ну что ж, тогда погнали. Так, нападение на Эмбер. Ну, вперед. Настало время покончить с этой длинной войной. Армия королевства собрала новые войска и значительную силу и начали свое наступление в сторону столицы империи Энбер. В ответ на их действия императрица Эдельгар приказывает своему доверенному слуге Хюберту отправиться на передовую, чтобы встретить армию королевства лицом к лицу. И таким образом две силы столкнулись на улицах города. Вперед, ребят! Собственно, первая карта будет завалить Хюберта на улицах Эмбера. Ну, а потом, скорее всего, последняя уже в замке самой Эдельгард. Так что вперед! Так, о, смотрите, 12 единиц можно взять на поле битвы. Это значит, что? Правильно. Дедуи пойдет в бой вместе с Бердиан. Так, это во-первых. Во-вторых, тут надо заменить лечилки на нормальные у некоторых персонажей. Вот эликсировый как раз закупил. Так, тут, ну, в целом и так сойдет. Ему особо это не нужно. Лучше взять нормальный. Тоже все хорошо. Тут вот это можно убрать. Вообще-то это еще можно убрать. Так, нет. Деда, Бэру, можно убрать.
Так, ну в целом все. А, героиня тоже стоит. Ух, ребят, тут мы надолго. Наша цель, Хьюберт, вон он там. В самом низу. 44-й левел? Говно вопрос. Я думал 60-й. Это вообще ни о чем. Так. Как мы расположим наши войска? Так, ну, во-первых, Хаппи я бы отправил сюда. Тут жестко. Очень жестко. Так. Что подкрепление? Какое подкрепление? Это еще вообще? Которые придут у врага? Ну, это уже потом разберемся. Ворота в имперскую столицу, в столицу были прорваны. Всем войскам начинать штурм. Императрица в пределах досягаемости. Имперские войска окопались по всему городу. Давайте прорвемся сквозь них и проложим себе путь ко дворцу. Чё, всё? Хито-то таскеяу надо-то усобуки намара. А вот и прибывает король-спаситель. С окровавленными руками. Ну что ж, давайте устроим ему королевский прием. Артиллерия, как только враг окажется в пределах досягаемости, стреляйте по своему усмотрению. Ну да. Скоро прибудет подкрепление. Сосредоточьтесь. И держитесь до тех пор, пока они не прибудут. На этой карте у нас Констанция того, ранее. Помните? Я помню, чётливо. Макасете чёдай. Так. Ицтемо никеру. Ничего себе.
Биллер, ну как бы Констанция, когда умерла, мы занимались квестом дополнительным, или точнее паралогом этого, как его зовут, Бальтоса. И действие происходило как раз в столице, на этой же карте. Так что спасибо ему. Блин, жесть. Ублюдок встает. Так, ну этого мы сейчас уберем, так что говно вопрос. Так, этот ни о чем. Ну, маг половину КП снесет. Понятно. Чат-то отлично. Ты ж падла. Да не туда. Бэру, к сожалению, не достает. Только тут. Нет, все равно не достает. Опустили здесь. Привет, концентрат. ちゃうし。よし。
全力を尽くしますね。Кританин, есть, красавец. Я знал, что на тебя можно положиться, аж. О! Дед! Дамаг. И еще разок. Шанс попадания 14%. Норм. Не увернулся. И дедуни тоже не увернулся. Так. Так, Беру тяну у нас в опасности. Пусть она разберется с ним сразу. Блин, шанс попадания, конечно, божественный. 66. Мне нужно два раза попасть. Не попадешь. Так, она одела кольцо. Да, это на КП. Ну ладно. Какой у него уровень? 40-й. 39-й, видишь. Почти 40-й. Уровень у нее вполне нормальный. Но, увы. Недостаточный. Если бы вот она дамага не достала бы. Рейндж слишком маленький. Ну бы отлично. Так угодно. Хорош. Привет, Гост. Так, нам нужно его убрать подальше. Я с другой стороны. Открыть!
Ританит. Есть. Ну, ладно, я на кое-что другое надеялся, но так даже лучше, наверное. Иди сюда. Недостаточно смерти. А? Феликс отсюда с моста, по идее, достанет его. О, отлично. Еще вот так. Салар, да. Он самый. Аж стал им бой. Ага, прокачался. Так, ну тут как и все. Так, нужно Мерседес. Блин, чё, уже? Нет. Ведите их к оперному театру. Подкрепление прибудет с минуты на минуту. И это все? Окей. Опа. Дец, Каспар. Куда ни плюнь, в говно попадешь. Станет она, конечно, было бы неплохо. Есть одна идея. Рискованно, конечно. Да. Нормально. Хорош. Превосходно просто. Работало.
Хотя нормально, не так что много хп не достанет. Вы видите, что он творит? Молодец. Конечно, там крит у лука большой. Тем не менее. Очень хорошо справляется наш Аш. Так. Окей, с этой стороной мы покончили. Между этими магами хорошо справится. У него неплохой резист магии. Так что это хорошо. Пусть он пойдет туда. Вот туда, блин. Послать деду. Придется подставить его под удар. Так, что у нас тут? ПГГ опять. Ну, по Юре ни о чем. Чё си? Эй, ты чё, совсем? Тяж крит, говно. 8%. Они сработали. Ну ладно. Бывает, бывает. Он мог бы быть трупом. Линхарду. Вот это прикол. Так, ну ладно, держись. Твоя жопа моя. Мне придется опять этот лук использовать. Хотя чего обычного? Обычного его не достанет. Только если. Поближе.
Вот как назло, он не кританет. Почему-то я уверен. Посмотрим. Я отступлюсь. По идее, я смогу уйти достаточно далеко. Ну, я же сказал, что не крита нет. Криты? Не слышал. Так, окей. Тут мы разобрались. Что он по деду сделает? А точно. Ни о чем. У Доротея может достать. Нет, не достанет. Теорит ни о чем. Красава, деду. Ну ладно, получилось еще лучше, чем я хотел. Так, минус. Чего? Он промахнулся. Какой там крит был? Шанс. О, крит. Смотри, вообще шанс попадания. Ну, 86. Жизнь. Да, внезапно. Ладно, попробуем что-нибудь другим, вот 100%. Хунга накапта. Эмпей о томерареました ка? Значит, они остановили наше подкрепление. Нам нужно уменьшить их численность, иначе... Если войска дома в Орле прибудут вовремя, мы сможем... Возможно, мы сможем... обойти армию королевства с фланга. Окей. Удачи. Ча-ча-то уорасеозе.
ситуация понятна. Кирикомусо! Ярете юнара ярукедоса. こんなのばっかり、 きついね。 おっしゃー、行くぜ! Я вот думаю отправить кого-нибудь наверх, да? Это... Так, он труп в любом случае. Эй, макасете чёдай! ください。ありがとうございます。全力を尽くしますね。 何度戦えばいいのかしら。 勝たなければ生き続けられないもの。 Аша вместе с Каспаром вверх. Пусть там зачищают. Достанет. Так, и тем временем Сагрим еще может. Да, что у него с дамагом 11? Нормально. Еще шанс попадания 53. О, они все активировались, а это плохо. Это очень плохо. Опа, а вот и подкрепление. Сзади. И здесь. Война это для богатых. У нас даже еды не хватает. Я уверен, что богиня не накажет нас за то, что мы немного поворуем здесь и там. Может, домой пойдете, а? Слушайте, я вам дам пару мешков картошки. Только не путайтесь под ногами. Конечно же, будут путаться.
Еще раз. Да, это, к сожалению, особо ничего не сделает. Даже отсюда не достаешь. Так, отсюда можно еще так. Хорош. Ладно, эти звери не такие уж и жесткие на самом деле. Я думал, с ними возиться придется побольше. Мне кажется, что аж из лука, возможно, лучше дамажить будет. Ну да. Попади! Есть! Вообще кританул! Само собой не достанет. Было бы слишком хорошо или вкусно. Девяносто процентов шанс. Как? 90%, блин. Дед, это что за шутка такая? Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, это слишком. Блин, 1 хп. Этот меч я пока что использовать не хочу. Семьдесят восемь. Тут проблема в том, что он летающий. И по нему крит еще хуже работает.
крит, точнее шанс попадания. Ёйшо! Тут лучше всего какая-нибудь Бернадетта подойдет. Если она... Окей, хорош, одна полоска. Мимо. Ха-ха, тебе того же. Он подошел сюда поближе, это даже нам надо. А туда нельзя слишком близко. Ну тогда сюда постреляем. Вот этот назойливый маг, маг-ассасин, пытаться его убить сейчас быстро. Кинотар, есть что-то другое. Пошел лесом. Так, Верутян, настало твое время. Молодец. Блин, я ваншотнул. Меньшего я не стоил ожидать. Когда нужно, чтобы критануло. Нет. Чего? Мимо? Дед, да ты вообще офигел, что ли? Семьдесят три. Не так уж и плохо. Ча-ча-то, орасеозе. Уже мне бомбит таких ситуаций. Серьезно. Таким шансом. Дед устал. Я на кладбище отдохнет. Придется отмотать. Кикоморе на ю, кайнакя! Сенджо, хирок, минакте.
Так, оттуда. Ладно, сделаем по-другому. Заваним вот этого. Над это все-таки придется. Подальше. Там мы не попадаем. Вердон, гамбит у Юры закончился давно. И не только у него, у всех. Рейзер, из-за того, что он летающий, это не первый раз. Я уже давно заметил, еще на прошлой. В прошлом прохождении против летающих шансы, что пишут там, на самом деле они еще меньше. Пойдем. Так что, увы. Давайте, да вы издеваетесь? Ладно бы один, а трое. Вот так сразу. Ну ладно. Раз, и Бернадетта сейчас его прикончит. Ах!
Ну или нет. Ему надо ломать еще немного защиты. Хорош, с этим разобрались. Ну, на самом деле, мы недалеко от Гюберта. Сейчас, если постараться... правда, нужен Аш. Аш может подойти поближе и попытаться его крытануть своим луком особенно. Он вполне может это сделать. Хил для всех. Превосходно. А то надо такая война. Насчет этих дамаг для Доротеи ни о чем. Единственный, кто ее задамажит, это вот этот. Что по дамагу тут пойдет? А. Он просто ее убьет. Так, отходим. Рисковать не надо. Убегай, да там очевидно. На криты полагаться даже не стоит. Знаете, как обычно все это кончается. Вот тут можно приманить монстра. Правда, Аш уже начнет его бить. Насчет этого. Не, ну это ни о чем. Мимо. Аш промахнулся, ребят. Оказывается, он все-таки может промахнуться. Так, тут пойдем встречать ребят. Не нужно под удар отправлять. Просто вместе с Доротеей пусть будет там. Сберутся. Стоит. Блин, та тварь достает. Пытаемся приманить сюда. Большой дамаг. Каспар непобедимый берет на себя удар. О, хорош. Вот. Следующий.
Окей. Хорош. Можно было, конечно, по-другому сделать. Двое обратного. Ну ладно, я так пойдет. ちゃっちゃと終わらせようぜ。殺すと決めたら殺すだけ。任せてちょうだい。 Давайте это мне немного потом. Нахер, пуцик. Ляжет сейчас карта. Так, понятно. Деду лучше не надо. Ой. Тут еще хуже. Так эти еще не достанут, но бить их уже можно начинать, как минимум вот этого. О, нет, я могу еще лучше сделать. Раз, еще один ход. Есть, попал. Молодца, Каспар. Я знал, что на тебя можно положиться. Ты мужик.
Ну, салат, ну очевидно. Смотри, как он его защищает. Ноль дамага. И уворачивается. Вообще, просто, ну, красавец. Да вы издеваетесь! Короче, ребят, го валить Хьюберта. То это никогда не кончится. Еще подкрепление, а? И на этот раз, походу, там порядочное число. Ай, порядочное число, действительно. Кого мне надо еще убить, чтобы подкрепление не шло? Вроде бы никого, оно все равно будет пройти, пока не закончится. Возможно, это последняя волна, почему-то мне кажется, на самом деле. Зря я буянил. Не достаем ни до чего. Ну посмотрим, что сделает Каспар с таким шансом. Не попадет. Ну, ладно. Каспар, конечно, хорош, но даже он чудеса, конечно, творить не умеет. Приманить того зверя сюда. Но проблема в том, что так, не будем спешить и медленно идти вперед. Папи, для тебя тут мясцо подъехало. Ладно, пусть идет еще.
Что по Доротея? Так, сделаем немного по-другому. Используем гамбит и быстро отправим ребят мочить магов. Максимум сюда можно подойти. Чат-чат-то-оварасеозе. Кикоморе-най-йо-кайна-кя! Итсэ-мо-икю. Встречай гостей. А нет, не надо. Значит, кое-кому больно может быть. Часть здесь гостей. Макасете чёдай. Зэнрёк о цукушимасу не. Оша, икзе! Тут пацаны вдвоем разберутся с этими ребятами. Так, можно отправлять Каспара уже туда. Чё нам насрать? Наш мог бы подстрелить того мага. Мы не успеем. Вот получим по жопе от того. К счастью, не слишком больно, так что можно попытаться. Этот ублюдок пока что идет. Сзади. Посмотрим, успеет или нет. Кто умрет первый? Кюберт или вот этот летающий демон сзади? Хаппи, хит 36 и попало. Молодцы. Моя школа. А вот он не попадет, мне кажется. Мерседес, серьезно? Перу сделает. Конечно же, она не попала. Кто накинул? Идти
Действовать по изначальному плану. Два удара — это смерть от другого мага. Хьюберта мы еще не сообщили. А вот там проблема. Она мешает. Ты издеваешься? Хорошая идея, но потом. Юру можно отправлять, он от магов получает очень мало дамага. И вообще уворачивается от монстра, молодец. И минус. Ну, Димыч, ну чё ты? Еще один. Вот это плохо. Так, кто будет валить Хьюберта? ГГ или Димитрий? Думаю, тут разницы не имеется. Нету никакой практически. Или аж.
Можно и так сделать. Да, шанс все-таки у него не особо большой. Что думали, я просто так Аша туда перенес? Нет, конечно. Именно ради этого. А блин, наверху не туда. Здравствуй, Джамбер. В смысле? На Ютубе тоже. Стоп, я что забыл? Да нет, работает вроде. Работает, работает все. Джамбер, я вообще не понял, про что ты, в смысле, там началось, что на Ютубе не началось, что ли, одновременно везде? Плюс-минус. Пару минут. Мочи. Юрий, насрать. Еще один. Слушайте, мы можем там Юру прокачать. Что скажете? Хорошая идея, как по мне. Еще кого-нибудь отправить тоже было бы неплохо, но не достанется. Посмотрим, что Димыч сможет с Хьюбертом сделать. А, он может и сделать ему больно. Хьюберт. А, ну тогда все, валим.
Хьюберт, я бы посоветовал бы тебе убраться с моего пути. Но очень сомневаюсь, что ты согласишься так поступить. Твой серебряный язык здесь тебе не поможет. Это не твой путь. И не тебе по нему идти. Это не тебе решать. И не мне. Все, что я могу сделать, это мчиться вперед, как пламя. Вот теперь умер. Хороший был мужик. Мы должны верить в ее величество. Ее победа. Это все. Это конец. Путь во дворец теперь чист. Двигаемся. Ну что ж, тут мы пока что остановимся, и продолжение следует.